5-6 тысяч с метра покупатель жилья отдает за строительство детского сада. Да, ИЖС может включаться в КРТ, но есть необходимые условия. Должны быть обязательно многоквартирные, не менее 2 жилых домов. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Почему в Левенцовке нет парка? Вот я построил Левенцовку. Вы еще увидите сейчас 1000 человек и скажете, я построил. Это правда. Каждый из нас построил Левенцовку. КРТ – это инструмент не как морковка спереди. Возьмите, там что-то сделаете, да, получите. А морковка сзади. Нету возможности не строить по КРТ. Поговорить в микрофон. На этом, извините, что так отнял время, но на этом начинаем. Пожалуйста, Александр. Да. Я не буду здесь говорить много про инструмент КРТ, про то, что это такое, как это работает. Мы на самом деле не знаем пока, как это работает. В телеграм-канале я попросил Сергея разместить, во-первых, мою статью, которая больше 2 лет, когда только появился этот инструмент КРТ, попросили прокомментировать, я прокомментировал. Основная идея состояла в том, что пока много рисков, и этот инструмент применим только на территориях, где спрос на жилье очень сильно превышает предложение и где у девелопера большой запас в прибыли, из которой он может, собственно говоря, выделить деньги на ту самую букву К. Это я просил, я надеюсь, кому интересна эта тема, эту статью прочитали. Также был манифест, который я сейчас не буду пересказывать. Я вижу сейчас основную задачу, чтобы мы с вами познакомились с опытом реализации КРТ в разных регионах, а этот опыт очень разный, как выяснилось. У нас есть 6 примеров, 6 человек расскажут о своем опыте. Так что я сразу приглашаю, как это, Павел, сцена опять ваша. Мы начнем с города Екатеринбурга, потому что из присутствующих здесь опыт у Екатеринбурга самый большой и самый успешный. Да, и мы сейчас попробуем, наверное, минуты 2 я буду давать, 3 на вопрос после каждого выступления. А все-таки дискуссию в конец мы постараемся сдвинуть. Хорошо? Потому что у нас много человек. Да, и всех буду просить не очень долго. Так, начнем с того, что инструментом КРТ, это же все равно как бы плавно переходящая история с РЗТ, с раньше комплексного устойчивого развития территории. Екатеринбург этими историями занимается с 2011 года. Был ряд моментов, нюансов, которые ранее в договорах об РЗТ фигурировали, и, соответственно, был определенный позитивный опыт, негативный опыт, который уже старались учитывать при разработке именно документации планировки территории, да и в целом при применении инструмента комплексного развития территории, который у нас появился в 2021 году. И ровно с 2022 года мы начали как раз с площадкой ими заниматься. Всего сейчас в работе, уже непосредственно в договорах находятся 10 территорий, 5 территорий в 2022, 5 территорий в 2023 году, естественно. Не меньше 5 мы в этом году тоже включим. Территории, сразу скажу, они достаточно локальные. То есть одной из ошибок при использовании инструмента РЗТ, которая была, старались заходить сразу на гигантские участки, потом где-то пройдя треть пути понимали, что экономика не складывается, что инфраструктуры здесь появиться не может, что есть большой спекулятивный риск со стороны продажи ветхого аварийного жилищного фонда. Были очень слабо продуманы в свое время инструменты по взаимодействию с гражданами. Сейчас, слава богу, это решается через общее собрание, через непосредственное взаимодействие. Ну, то есть не кто-то втихую уходит и пытается что-то откупить, а прямо официально ведется работа с населением. И самое позитивное, наверное, что стоит отметить, что население вот в тех кварталах, которые выделили по проработку, оно действительно ждало. То есть это были люди, готовые к тому, что да, эти территории необходимо преобразовать.
И когда же вы нас придете, всех расселите либо в новое жилье, либо в существующий какой-то маневренный фонд, который там на балансе девелопера стоит, соответственно, такие вопросы в позитивном ключе они решались. Был ряд объектов, ну прямо исключительно там 2-3 дома, которые из площадок выходили, но с ними девелопер, понимая, что все-таки надо достигать комплексности развития всей площадки в целом, отдельно уже прорабатывал, ну уже через инструменты, которые вне комплексного развития территории, вне инструмента КВТ. Если в целом говорить, то технико-экономические показатели перед вами, то есть было вовлечено уже 23,5 гектар территории в комплексное развитие, где предполагается снос вот этого ветхого аварийного жилья 33,5 тысячи и расселяемое население, ну, примерно 1400 человек. Соответственно, проект на ваш фонд, ну, его, естественно, будет гораздо больше, чем было ранее на этих территориях и нового населения. Ну, новое это включая то, которое переселяемое, в том числе, если они пожелали выбрать квартиру нового жилищного комплекса. И то, которое 1075 мест, примерно 50% из этого – это непосредственно безвозмездная передача со стороны девелоперского сообщества в бюджет города Екатеринбурга объектов. То есть это объект, который прошел госэкспертизу, соответственно, по параметрам дошкольной образовательной организации у него есть выделенный земельный участок, и он предоставляется в казну муниципалитета со всем оборудованием, готовый для уже… Именно предоставляется. Предоставляется, да, да. Безвозмездно. Безвозмездно. За деньги покупателей жилья? По сути, за тот потенциал, который смог застройщик сформировать в отношении этой территории. Фактически за деньги покупателей жилья. Они купили себе детский сад, но они об этом не говорят. Фактически застройщик смог построить чуть больше квартир, чтобы компенсировать ту следовку. Но квартиры-то оплатил не застройщик? Конечно. А покупатель? Ну, конечно, покупатель. И покупатель, да, опосредованно купил себе детский сад и отдал городу, но не понимает этого. Да. 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 Ну вот это покупатель, я понимаю. Как и мы все, платя налоги. Нет, ну давайте аналогию по-другому. Можно же не передавать. И от этого ничего бы не поменялось. Да, все равно покупатель оплатил. Да, все равно покупатель оплатил бы помещения, которые не передались бы в муниципалитет, и просто сформировались бы офисники. И он бы все равно за это платил. Или это еще хуже. Так покупатель подарил муниципалитету свое, а так покупатель подарил деньги девелоперу свое. Рассуждаем, если в экономику, экономика работает так. Не, я просто хотел, чтобы это всем было понятно. Что девелопер ничего за свои деньги не строит. У него нет своих денег. Не, любой капитал девелоперский, он в принципе заемный еще с процентами. Да, у него либо есть банковские, да, деньги, да, либо, да, раньше, да, они были. Да. А теперь они банковские. Ну, все верно. Вот. Но основные же задачи, в том числе и вот этот фонд, который бывший ветхий аварийный, как-то ликвидировать. И это же тоже большой процесс, то есть муниципалитет не готов взять на себя в таком объеме расходы, а мы понимаем, что срок службы этих зданий, он уже, к сожалению, давно исчерпан, и что-то с этим фондом делать необходимо. Если проходиться по площадкам, здесь подробно представлены параметры, вот, которые Александр просил, это и по территориям, и по плотностям, и, соответственно, по социальной инфраструктуре, по жилфонду, по населению. То есть, в целом, те плотности, которые появляются на территориях, то есть, вот они отмечены, 40 тысяч квадратных метров на гектар, 28 тысяч квадратных метров на гектар, 36 и так далее, они сопоставимы с теми параметрами, которые у нас установлены в правилах землепользования застройки и даже где-то ниже. То есть, это именно параметр, это не плотный жилфонд, который мы обычно апеллируем в городе Екатеринбурге, есть у нас такой параметр. Это именно общестрой в отношении к территории КРТ, еще из которой вырезаны земельные участки под социальную инфраструктуру и уличный дорожный сервис. Это граница красной линии, остаточная история. И это итоговая плотность, которая на их капитального строительства в границах территории КРТ появляется. То есть это не такая, чтобы сильно большая плотность, то есть мы это смотрим, но и при этом прорабатываем инструменты по социальной инфраструктуре, потому что что же мешало бы людей, да, без применения инструмента КРТ взаимодействовать в рамках рекомендации по планировке территории и нарисовать тот же комплекс с тем же детским садом, но не закрепляя обязательства и, соответственно, потом, возможно, где-то посередине оно утерялось бы. То есть инструмент КРТ, он позволяет именно документально зафиксировать обязательства по строительству и предоставлению как земельного участка под социалку, так и социалки.
И с 22 года там были начальные эксперименты в рамках договоров о КРТ, что просто строится само помещение, проходит экспертизу и не передается безвозмездно. Начиная с 23-го вышла речь уже о безвозмездной передаче на тоже новые площадки, которые в 23-м были отыграны. Соответственно, где-то плотность на них стала побольше, но в целом параметры примерно вот те же 40 тысяч на гектар, они выдерживаются. 40 тысяч, 25 тысяч, 40 тысяч. Это по промке там 44 тысячи. Ну, а самое интересное, что дальше планируем переходить и к школам тоже. И мы видим, что площадки маленькие. Маленькие они, потому что ее реалистично просчитать и реализовать без значительных изменений в проектные решения, которые закладываются изначально в решение КРТ, и потом, по идее, должны реализовываться. Чтобы не менять договор, чтобы не идти на какие-то уступки, что у нас есть одна история, и она от начала до конца примерно неизменна. Лучше выбирать маленькие территории. Но на маленькие территории не набирается потребность по крупной инфраструктуре, то есть это по школам. Но мы понимаем, что 5 маленьких территорий рано или поздно сгенерируют школу. Соответственно, планируем в том числе ввести параметры по отчислениям в банк, которые в общий семейный банк, там, например, или в банк финансовый по генерации ресурсов на строительство этой самой инфраструктуры. Ну или, по крайней мере, под формирование земельного участка под общеобразовательную организацию и проект. Проектно-сметную документацию, которая может пройти стадию экспертизы. Так. Что-то конкретное? Нет, я просто думаю, что здесь настало время посчитать. Я просто, когда готовился, я звонил 4 главных архитекторов, в том числе и Руслана, в том числе и Наталья сама расскажет, да, Александр Челошкина и Андрей Гринков. Я примерно знаю, что делает Марина Ракова в Нижнем Новгороде, да. И всем на самом деле задавал вопрос, сколько я, как покупатель квартиры, плачу за детский сад. Да? И здесь у тебя замечательные цифры есть, да, мы можем сложить 900, 600, 1500 и еще 1500. То есть 3000 человек строят себе 3 детских сада по 100 мест, то есть 3000 человек строят 300 мест. Сколько стоит место в детском саду? Лям 400. Лям 400, то есть, так, кто может посчитать на калькуляторе, сколько один человек платит, нет, здесь по Екатеринбургу, у тебя есть свои цифры, у Ложкина есть своя цифра, мы ее знаем, мы ее озвучим. А вот есть по Екатеринбургу прекрасная возможность эту цифру вычислить, да? 40... Что-то такое, 42 миллиарда, да, получается? 420 миллионов. А? 420 миллионов. Нет, умножить на 300... Да, 300 все правильно получается. 420 миллионов, да? Платит 300... 3000 человек. Делим 3000 человек, 420 миллионов на 3000 человек. Что получается? 140 тысяч. Не, не может быть. Все так и получается. Нет, 140 не с одного же человека. С одного. 140 тысяч. Нет, вы что, разве это 100? Нет. Так и нет, ну про детский сад. Так и есть. 140 тысяч. Я за с одного человека за квартиру. Да. То есть, если, то есть это где-то примерно 5 тысяч. Да? То есть один человек покупает где-то 20 миллионов. В пределах, все, понятно. Да, которые сейчас стоят порядка 6 миллионов, ну, наверное, это та цена, которая... То есть, условно говоря, 5-6 тысяч с метра покупатель жилья отдает за строительство детского сада. Вот, нет, просто мы вышли на эту цифру. Понятно. Это если мы не учитываем переселяющихся. Еще он отдает вот этим 102 человекам, покупает квартиру. Ну, одну часть, одну сотую квартиры я покупаю переселяемым. Да? И еще немножко на инженерную инфраструктуру, если это новый входит. В любом случае, не надо забывать, что у каждого из этих проектов есть определенная локация и выше определенного порога. Девелопер как бы не хотел цену задать, он все равно не сможет, потому что нет, просто не понятно, что покупатель продает еще немножко побольше на прибыль девелопера, но тем не менее. Вот так. Самое ну, прошу прощения, чтобы не стало. Давайте попробуем. Ну, как вы сейчас рассуждаете, в хорошем смысле, в твоих словах только что говорили, это вульгарный экономический расчет эффективности проекта, когда все платит покупатель. Это не так. Рыночная экономика, пока у нас еще есть, она работает по-другому. Например, квадратный метр жилья в этом проекте
продается за 100 тысяч квадратов, за 100 тысяч рублей, ну, например. Вот, да? Из них прибыль застройщика составляет 25 тысяч. Если это не ГРТ, если нет обязательства строительства детского сада, застройщик продает этот проект за 100 тысяч рублей, получает 25 тысяч рублей с каждого квадратного метра, это его прибыль распределяется и по своему смотрению, как указано у нас в статусе. Однако здесь КРТ, ему муниципалитет, либо иной орган, который получил эти вещи, говорит, нет, дорогой, ты должен построить детский сад. Он его строит, и детский сад ему обходится в 10 тысяч рублей на квадратный метр. И он получает себе как прибыль только 15. Поэтому покупатели оплачивают, но они оплачивают то, рыночную стоимость. Никто не будет продавать за 100, то, что стоит 100 тысяч, за 90, если он не строит сад. И он все равно продаст его по рынку за 100. Просто один вариант он за деньги получил себе, второй вариант он отдал их, основной детский сад, передал муниципалитету, и этот детский сад получили не жители, а жители всего города. Я соглашусь, что это работает, это очень хороший пример, это очень хороший пример, это прекрасно работает в Екатеринбурге, там, где спрос. Ну ладно, это мы еще продолжим. Я так говорил, что это 50 на 50, но никто точно не будет за счет собственной прибыли перебирать. Да, вы же, скорее всего, все-таки 5 возьмем. Не стоит 100, он не продаст за 110. Конечно, все, конечно. Поэтому продаст за 110. Нет, понятно, что это, понятно, что я утрирую, я на то и... Ну, я немножко, как это сказать? Павел, а вы немножко, не покупаете, да, они все безвозмездно отдают, да? Да. У нас часть выкупают. Вот первая партия, которая была пробна, там была именно организация инфраструктуры с возможностью выкупа. А в последующем у нас уже идет именно передача. То есть и объекта недвижимого имущества помещений, и отдельная земельная участка, где площадки для, соответственно, тишин. Это просто договоренность мэра с вашей семьей? Это в составе договора на КРТ. То есть это условия КРТ. Условия? Да, это перед торгами, то есть это не договоренность с конкретным лицом. Вы захотели зайти в эту историю, заходите, условия не такие. А у вас все КРТ связаны с аварийным? Так, сейчас подождите. Лен, давайте мы закончим. Самая интересная еще история, которая касается спроса, да, на вообще инструменты, на площадке. Мы столкнулись с тем, что оценка, ну, на текущий момент мы пытаемся продумать другие инструменты оценки. Она начальную стоимость аукционов нам сформировала 4 миллиона. В итоге они были отыграны суммарно за 546. От 4 до 546. Ну, то есть это чистая прибыль в бюджет с аукционных просто процедур на КРТ-шной площадке. Спрос большой. Вот, да, спрос гигантский. То есть один из вот этих инцидентов, да, вот это решение, которое было от 500 тысяч до 225 миллионов. Это одна площадка. Супер. 9 тысяч шагов. Люди ночевали. Лучше, чем казино. Да. Причем там какой-то шаг порядка 50 тысяч. И вот они этим шагом, а шаг не может превышать проценту начальной стоимости аукциона, шагали до... Хорошо, до шага. Да. Вот. Поэтому спрос он большой, общие темпы они здесь опять же приведены. И это вот фактически то, что получилось сделать за период, ну, грубо говоря, с конца примерно 22 года, с середины 22 года по, грубо говоря, середине 24 года. То есть за два года получилось оценить. Я, Саша, большое количество. Хочу сказать огромное спасибо за цифры. Да? Мы видим, что такое КРТ в цифрах в успешном и очень востребованном городе для переезда. Как, насколько сегодня растет Екатеринбург в год? По-разному. Если говорить до пандемийный период, да, рост... Было 1%. Нет, было 12 тысяч сальдов, именно, которые оставалось в городе. То есть мы же растем за счет миграции, это да, никто отрицать не будет. Да. Когда в пандемию падало до 4, до 2, но все равно в плюсе. Все равно в плюсе. Да. Единственная просадка была, когда минус, это именно 22-й по причине того, что был колоссальный отток, но это связано с определенными историями. В 23-м снова приток, то есть у нас снова плюс 5 тысяч. Это цифры нас города, который растет фактически темпами больше, чем Москва. Да? Так получилось, что Екатеринбург очень привлекательный город для переселения, для внешних игроков. Да? И вот на это соотношение я хотел бы обратить внимание. Да? Соотношение, ну, не 1 к 15, но 1 к 12, да, примерно?
Вместо одного человека, живущего на территории, в результате реализации проекта КРТ, на этой территории появляется 12 человек. Да? Если учесть, что каждая территория примерно 3-5 гектар, она довольно небольшая, то есть это было достаточно, ну скажем так, низкоплотная территория, а теперь у нас вот так получается. Вокруг остались низкоплотные территории, ну, относительно низкоплотные, да? А в этом месте у нас резко растет плотность территории, на картинках это хорошо видно, да? Что высотки, они стоят в общем в окружении либо сохраняющейся там трех-пятиэтажной застройки, либо, я не знаю, насколько это бывает сейчас. Это же история с обликом. То есть лучше смотреть-то не с птичьего полета, а прямо с уровня человека. Там раскрываемость, она совершенно другая. То есть ищем такие решения. Нет, я не понял. Я просто говорю, что вот отличные. То есть там, где получается эта схема, да, мы видим, что получается построить. Ну, как бы. Ну, вернее, увидим через. Нет, где-то уже видно. Где-то уже видно, а где-то через 2-3 года увидим, как это заживет в реальности. Строится. Все объекты строятся. Вот, просто очень хороший пример того, как этот инструмент лег в социально-экономическую ситуацию, демографическую ситуацию города Екатеринбурга. Немножко отвлекусь от темы, да. Недавно даже студентов набирал там, на практику и объяснял, что сейчас самый благотворный период, когда то, что мы кладем на бумагу, оно реализуется не через десятилетия, а прямо с завтрашнего дня, то есть там уходят в РНС, спокойно выходят в поле, начинают строить, и через 2-3 года мы можем спокойно уже видеть окончание работ по локальным проектам, и через там 5-10 лет по глобальным проектам развития целых районов. То есть раньше в это нельзя было даже поверить, сейчас это так и есть. Поэтому... В городе Екатеринбург, несмотря на все, строительный бум продолжается, да, лет 7-8 назад, Екатеринбург потихонечку как-то балансировал на уровне там 600 тысяч, да, 700, а сегодня уже 1,5 миллиона, наверное, будет. Два. О, уже два. Один вопрос. Один. И пойдем дальше узнавать, как в других городах. Да, происходит. Я не увидела инженерки, там был профицит, все, что связано с обеспечением. Мы увеличили в 10 раз население. Были применения для участников, кто делал КРТ, по инженерной и транспортной инфраструктуре. И я не увидела вообще образовательных, культурных и прочих учреждений, которые должны, в общем-то, в городе появляться. Это обязанность муниципалитета. Образовательный Павел сказал, что теперь школы будут они рассчитываться. Пока детские сады только будут. Пока детские сады, да. А с инженеркой что? С инженеркой она есть. То есть это районы, которые уже застроены, там магистральные сети проведены. Дебиты они есть, через техлист спокойно заходят, все лимиты получают. То есть это не какие-то выселки, где сетей нет. Да. Да? То есть они садятся все-таки на существующие магистральные. Частично на существующие, где надо, соответственно, они перепротягивают. Магистральные в том числе, да? Ну, где-то да. Показывать принципиально не показываем, потому что у нас за последнее время вышла пара, ну, скажем так, рекомендаций касательно вообще публикации такого рода материалов, везде из источников мы вычислим все сети. Нет, это есть. Понятно. Поэому в голове имею в виду, что безусловно все. Они обеспечивают. Да. Спасибо. Спасибо. Всегда, пожалуйста. Так, движемся дальше. Наталья. Опять, да, ну мы вот опять возвращаемся к двум городам, да, но у нас будут и другие города. Но тем не менее, поскольку у нас действительно, во-первых, я хотел бы обратить внимание, какие у нас молодые, прекрасные руководители, и, ну пусть и бывшие, но люди с опытом работы чиновников, скажем так. Спасибо. Так, слышно? Все горит зеленым. Там, где экранчик, там кнопочки, я могу. Все, я нашла. Ура! С техникой справилась женщина. Вернемся к Омску. Омск тоже миллионник. Территория Омска в целом в два раза больше, чем территория Екатеринбурга, но при этом численность населения как минимум в полтора раза меньше. Омск убывающий миллионник.
Каждый год в город приезжает порядка 20 тысяч новых жителей и уезжает из Омска жить в другие регионы порядка 26-28 тысяч жителей. То есть 6-8 тысяч мы теряем ежегодно последние годы. Вот, теперь перейдем непосредственно к КРТ. Да? У меня тут информация как у чиновника, начиная издалека, вообще в Сибирский федеральный округ, он в принципе отличается от территории, скажем, Урала, да, всего 71 решение принято, да, КРТ, в том числе всего 26 на весь Сибирский федеральный округ решений о КРТ жилой застройки. Общая площадь 3025, И градостроительный потенциал 12,9 миллионов квадратных метров на весь Сибирский федеральный округ, да, и всего заключено 40 договоров. Вот, если говорить об Омской области, какую часть в это составляет именно Омская область? Всего у нас вот сейчас есть на территории города Омска выделено 8 потенциальных территорий комплексного развития, именно жилой застройки. Их общая площадь составляет 155 гектаров. Вот объем сноса, то есть то жилье, которое уже признано сегодняшним ветхим и аварийным, это порядка 9,5 тысяч метров квадратных. Вот, градостроительный потенциал этой территории 1 миллион 120 тысяч метров квадратных, примерно посчитали, да, то есть мы понимаем, что мы можем увеличить в 10 раз, но это не только те территории, которые на сегодняшний день застроены, а это еще и свободные земельные участки, которые мы можем присовокупить к тем территориям, которые подлежат расселению. Вот здесь не видно совершенно на карте, но, в общем, пыталась показать, как вообще эти территории рассредоточены по городу. И что очень важно, что большинство ветхого и аварийного жилья на сегодняшний день у нас находится в окружении застройки индивидуальной. Это, конечно, накладывает свои собственные отпечатки. Во-первых, мы понимаем, что у нас здесь нет развитой инженерной инфраструктуры, достаточно для того, чтобы обеспечить. Во-вторых, если мы будем повышать плотность застройки украинских территорий, которые подлежат комплексному развитию, то мы в этом случае создадим просто огромнейший диссонанс между застройкой сложившейся и застройкой планируемой. Мы понимаем, что если, допустим, коэффициент плотности застройки мы возьмем 2,5, да, 25 тысяч метров квадратных на гектар, мы можем подняться в среднем до 8-9 этажей при таком коэффициенте плотности, и, в общем, это еще будет куда ни шло, в ЖЭС, в окружении ЖЭС. А если мы возьмем коэффициент 4, то, значит, мы поднимемся до 16-25 этажей. 16-25 этажей – это вот такие вот у нас острова, которым нужно в частном секторе, которым нужно будет подвести инженерную инфраструктуру, которая обеспечит необходимые мощности. То есть мы опять же понимаем, что это огромнейший диссонанс, что с ним дальше делать – непонятно. А что на сегодняшний день есть у нас? Принято два решения КРТ. Одно из них сейчас реализуется, это КРТ свободных от застройки территорий 18 гектар, где предполагается размещение объектов. Здесь у нас появляется начальная школа на 18 гектарах и детский сад. На полноценную школу не дотягиваем по численности. Даже у нас получается, что на 600 человек мы не вышли в школу. Минимальное, меньше строить экономически нецелесообразно. При этом на этой же территории выделяется у нас территория, которая будет передаваться в региональную собственность под размещение объекта регионального значения BMX-центр. Это не она на картинке, а вот на картинке территория КРТ жилой застройки, первое решение было принято, это всего 2,2 гектара. Но при этом хотелось бы обратить внимание, 2,2 гектара, да, здесь сносится 1700 метров квадратных застройки жилой, признанные ветхими аварийными, да, и планируется построить порядка 25 тысяч метров квадратных жилья. Опять же, смотрите, вокруг частный сектор. У нас нет здесь не только инженерной инфраструктуры, а еще и нет детских садов и школ. И мы должны предусматривать территорию под размещение этих объектов. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что да, муниципалитет, это я была главным представителем области, когда это делалось в муниципалитете, муниципалитет не включил, там видно маленький квадратик такой, да, вот здесь располагается точно такой же старый дом, те же годы постройки, что на этих участках, но при этом он аварийно не признан. И для того, чтобы его расселить, нужно получать, что его включают как соответствующие условия, это за несколько иные процедуры, на которые не всегда готов идти муниципалитет, чтобы расселять. И по факту это необходимо делать. Но понимаем, что мы увеличиваем здесь значительно плотность, фактически мы ее увеличиваем здесь даже не в 10 раз, а в данном случае в 15 раз. Да, у нас появляются люди, которых нужно обеспечить детским садом, и мы не можем этого сделать.
И по-хорошему нам здесь необходимо газлайн. Вот на этой территории, чтобы можно было понимать, о чем идет речь, да, нам необходимо захватывать частный сектор. Плюс вот здесь вот у нас есть еще дома недострои, и чтобы преобразовать всю территорию, вот так можно захватить весь значительный кусок. Вот так вот. Тогда мы сможем здесь, у нас территория увеличится до 15 гектаров примерно планировали, не до конца здесь все видно, и в этом случае мы сможем разместить и школу здесь, и детский сад полноценно обеспечить жителей. Я считаю, что это большой плюс КРТ, что мы тогда сможем, даже если мы не будем вкладывать в стоимость жилья строительство детских садов и школ, кстати, у нас 111 тысяч на метр квадратный получилось примерно необходимо затратить, при учете, что обеспечено 28 метров квадратных на человека. Вот, тогда мы сможем получить уже от застройщика участки под размещение объектов социальной инфраструктуры, либо застройщик сможет выстроить свою экономическую модель, в которой он за свой счет построит объект. То есть вот Павел рассказывал про маленькие КРТ и почему они хороши, действительно, ты здесь можешь регулировать. А когда речь идет вот о таких территориях, то здесь планировать небольшие по размеру КРТ просто совершенно нецелесообразно для города, наоборот, брать больницу. Крупная территория, 18 гектар, 20 гектар, то есть тогда, когда мы уже можем разместить здесь школу и набрать численность населения для того, чтобы разместить объект было возможно. Но возникает вопрос, вот, допустим, тоже с застройщиками, когда мы говорим, что строить школу, большинство застройщиков строят не за свой счет, а строят за счет кредитов, да, и они должны обосновать перед банком в том числе, что они тратят эти деньги. И когда они говорят, мы будем тратить деньги на школу, банки задают вопрос, вот, а как ваш модель, а как мы вам на школу дадим? То есть это тоже на самом деле еще такой вопрос, который не всегда и не везде решается. Тык, тык, что-то у меня сегодня такое. И вот хотелось бы еще один привести пример, почему я считаю, что КРТ это достаточно хороший механизм, который позволяет городу планировать развитие. Вот территория, которая занимает всего 1,9 гектар, ну почти 2 гектара, вот она. Здесь на части территории уже расселен ветхий аварийный фонд, здесь еще два осталось жилых аварийных дома, а вот здесь вот школа искусств, которая по сути, ну она должна скоро развалиться. Вот. И когда есть такая территория, различные земельные участки, может, в этом случае можно, объединить всю территорию, сделать здесь КРТ, в том числе и ту же, допустим, школу искусств можно ликвидировать и разместить ее в первом этаже жилого здания. Я считаю, что это тоже большой плюс. Спасибо. Вопрос, да? А вы включаете ИЖС? Да, ИЖС может включаться в КРТ, но есть необходимые условия. Должны быть обязательно многоквартирные, не менее двух жилых домов. Вообще ИЖС категорически не включается, за исключением. Здесь только исключение может включаться в любом, а не как все. По поводу ИЖС можно одну ремарку буквально? Очень серьезный вопрос, действительно. Кто-то считает, что категорически нельзя, кто-то считает... Александр Юрьевич Ложкин сказал мне, что сейчас в Новосибирске идет КРТ, готовится, в который застройщик включает 300 участков ИЖС. При этом это будет КРТ жилой застройки, да, там, безусловно, есть какие-то якорные объекты, многоквартирные аварийные дома, но, тем не менее, насколько я понимаю, все зависит от экономической модели застройщика. Если застройщик может договориться и выкупить у этих людей ИЖС, и все зависит опять от региональных особенностей, да? Где-то научились, где-то еще не научились. Вот я бы так сказал. Вот. Да, я тоже не очень понимаю, как это. Я с вами согласен. А? Градостроительный кодекс не ограничивает нас в этом. Есть требования в градостроительном кодексе, что не менее получается, что жилые дома, именно ветхие и аварийные, то есть два должно быть. Два. И департамент КРТ тоже придерживается этой же позиции. Если у нас... Возможно, более 80%, да, но... Если вы позволите, я закончу. Прошу прощения. Спасибо. Смотрите, у нас получается, что на региональном уровне могут быть определены те дома, которые соответствуют условиям. И каким условиям? Условия определяются регионом, региональным законодательством. У нас есть 430-е постановление, которое прописывает, при каком условии, в том числе индивидуальные жилые дома, могут быть включены в границы карты.
Да, у них нет централизованной канализации. Все. Могут. Павел, пожалуйста. Можно один локальный вопрос. А не выйти-то из кафе? А, Павел, секундочку, нам просили микрофон. Да, мы забыли, что совсем, что надо всем предоставлять микрофон. Да, вопрос-то очень короткий. А выйти-то они из кафе могут, ИЖС? А что вы будете делать? То есть тут в этом и заключается та зыбкая почва, почему не хотят заходить в эту тему. То есть до конца не отрегулировано, как может выйти, и, соответственно, возникает вот эта правовая коллизия, когда собственник многоквартирных домов спокойно может организовать там собрание, провести его и 1/3 выйти, и все, вроде ничьи права не нарушаются. А здесь он просто находится на территории, которая кому-то показалась, что может его включать, выйти он никак не может, что ему делать? Опять, Павел, со слов передаю, он не входит и не выходит. Девелопер покупает участки. А если люди не хотят? Опять, не готов дальше дискутировать. Опять, надо, здесь у нас, к сожалению, не присутствуют те, кто умеет это делать. Для меня это тоже было немного удивительно. Но, тем не менее, есть примеры, где это происходит. Вот, есть, да? Как? Я не готов рассказать. Вот смотрите, сейчас получается, что у нас действительно законодательством не предусмотрена возможность отказаться от КРТ, если это индивидуальная жилая застройка. Если это многоквартирные дома ветхие, аварийные, они тоже не могут выйти. Если это дома, соответствующие условиям, они могут выйти из КРТ. Вот. Если это ИЖС, то нет тоже процедуры выхода из КРТ. Но тут смотрите, тоже для, допустим, домов, соответствующих условиям, они могут выйти из КРТ, если раньше было до момента утверждения проекта планировки, теперь до, насколько я помню, внесли же, да, поправку, а теперь они могут выйти до момента принятия решения. Вот, то есть немножко поменялось, потому что девелопер это тоже, смотрите, вот приходит человек, берет по аукциону территорию, да, начинает разрабатывать проект планировки, выкладывает там сумасшедшие сотни тысяч миллионов, да, потому что он думает, что будет так, а потом опа, оказывается, что в процессе разработки проекта планировки будет нет, не так, у него половина территории вышли из КРТ, и что ему делать, и как ему дальше быть, и как развивать. А если у него зуба в один кусочек вышел, вот так вот дома есть, да, вот тут вот в серединке один вышел, как он развивает эту территорию, вот непонятно как. Поэтому тут важно сбалансированное, чтобы решения были, чтобы могли и для девелопера быть условия, да, и для людей, собственно говоря, тоже, со всех сторон. Да, с ИЖС процесс через суд, да, и даже сейчас, допустим, если мы возьмем Сбербанк, выйти не могут. Вот сейчас в стране уже есть и судебные процессы, и даже банки, давая кредиты под реализацию КРТ застройщикам на сегодняшний день, уже предусматривают год на проведение судебных процессов. Вот, допустим, Сбер презентует свой продукт и говорит, вот год на то, чтобы с ИЖС там судиться. То есть да, это вопрос, да. Спасибо, Наташа. У нас еще будут примеры, да. Спасибо большое. Я хотел бы буквально две ремарки. Сейчас у нас были, так сказать, квалифицированные люди, которые занимаются КРТ, не понаслышке знают эту проблему, да, у нас. Я попросил друзей, которые приедут из разных городов, рассказать, что происходит в городах, но они смотрят теперь на КРТ ну, со стороны, да, и сейчас будут вот эти вот, вот несколько городов будут так представлены, да. Светлана, пожалуйста. И еще одна ремарка, да. Насколько я понимаю, у КРТ как бы можно выделить две группы вопросов, связанных с КРТ. Первое – это все-таки организационно-строительные, как запустить. И второе – это градостроительно-планировочные. А что получится в результате, да? И сейчас мы все, в том числе чиновники, сосредоточены на первом вопросе. Как запустить, да? Как это сделать, как организовать торги, как организовать расселение, как провести слушание и так далее, и так далее, и так далее. Это действительно непросто, да, как выделить территорию. Но мы немножко сейчас меньше задумываемся о том, как результат КРТ отразится на лице или на теле города. И вот интереснее как бы было подумать на эту тему. Потому что первой теме, ну, наверное, надо несколько часов посвящать.
и специалисты будут друг с другом обмениваться мнениями, те, кто реально эти проекты реализует. Светлана. Добрый день еще раз. Город Волгоград. Я не просил, на самом деле, буквально ремарки, я не просил никого сделать презентации, и не удивляйтесь, что не будет картинок. Огромное спасибо Павлу и Наталье за то, что такие были подробные представленные сообщения. В Волгограде ситуация немножко другая. Я руководствуюсь и цифрой, которые я подготовила, они вам не интересны будут в целом. Это все информация из открытых источников. Так вот, я бы условно разделила территории на три группы, которые по КРТ или имеют перспективу, или уже каким-то образом заключены договора. Первая большая группа – это территории, которые через аукцион реализует Дом РФ. Там нет ни одной территории, их всего 4 площадки, 3 в Волгограде и 1 в Краснослободске. Эти территории не содержат никакого существующего жилья. Никакого. Краснослободск – это территория, которая за мостом сразу напротив Волгограда, от центра Волгограда, транспортная доступность 10-15 минут. То есть очень привлекательная. Граничит с природным парком Волго-Ахтубинская пойма. И там цифры. Просто вот вы сами все поймете. И там на 77 практически с половиной гектаров планируется ИЖС, и блокированная, и малоэтажная многоквартирная застройка. Торги Дом РФ проводил, начиная с 2022 года, несколько раз, и буквально в марте месяце они завершились успешно. И цена по начальной за весь 77 гектаров участка привлекательная для застройщиков в плане последующей реализации. Там ничего не надо сносить. Ну, чистая, чистая. Выставлялась территория за 11 миллионов с хвостиком. За эти же 11 миллионов она ушла. А начало было с 22 году за 23 миллиона. То есть постоянно снижают. Это вот такой примерчик. Смотрим на Екатеринбург с нескрываемой завистью. Дальше. Есть еще три площадки. Одна практически географический центр Волгограда, район Волгоградского госуниверситета, примыкающая к большой крупной магистрали городской, проспект Университетский. И эта территория продана в 2022 году. Решение о разработке ППТ принято в январе 2024 года. Ничего не происходит. Территория свободная. Еще две интересные локации в Волгограде. Там же в районе Советский район Волгограда, это географический центр, территория продана в конце 2023 года. Начальная цена была, я вам без цифр, так для понимания, 31 миллион, продана почти за 500. Там будет многоквартирное высотное жилье. Там сейчас находится передающая радиостанция и сопутствующий там сарай. И площадь этой территории 77 гектаров. Ну, цены вы можете сами посчитать. И следующая территория – это Красноармейский район. Локация практически на берегу Волги, то есть визуальный контакт с Волгой. Площадь 12 с хвостиком гектаров. Там находятся объекты бывшей воинской части. Вот оно, обременение. То есть никого переселять не надо.
просто надо сделать снос. И цена была вопроса. За 6 миллионов начальная, продано за 62. Причем последние три, вот в Краснослободске и две, Красноармейский район и Советский район, с разными названиями выиграла ООО, но фактически это один собственник, который имеет такие же выигрыши по стране. Я нашла минимум Липецкое КРТ. 70 гектаров за 60 миллионов. Правильно, да? Подождите. 12. Я изучала для другого инвестора возможность участия в этом КРТ, вот именно бывшую воинскую часть, и помогала им считать градостроительный потенциал. Очень интересная история. То есть там, ну, получается экономика. Хорошо получается, даже с учетом этих вот. Но у меня есть большие сомнения, судя по победителям, что они будут реализованы. Потому что, ну, долго играли эти аукционы по несколько раз, некоторые площадки по 3-4 раза выходили. Ничего не происходило, и вдруг произошло на момент, на три площадки выиграл один застройщик. Ну, я вам цифры не скажу, потому что, ну, все-таки я считала его по-коммерчески. Нет у меня возможности выдать то, что он считал. Это, ну, не цифры корректно. То, что выиграл другой, если бы он сейчас был реализован, я бы, наверное, может быть, могла озвучить. Мы считали его деньги. И вот еще есть другая история в Волгограде. Все, что касается на территориях ветхого жилья, этого нет. Да, мечты есть. Например, площадка Краснооктябрьский район. Есть постановление администрации Волгограда о проведении, о формировании такой территории КРТ на 10 лет со сносом жилых домов. Я ее хорошо знаю, но ни заключение договора КРТ, ни разработка документации по планировке территории. Участок 6 гектар. Стоят двухэтажки, сразу послевоенные, там, ну, развал и шатание, там бомжатник. Реально. Она требует сноса и требует хорошая локация в заводском районе, то есть там завод «Красный Октябрь», это есть потенциал, что это жилье купят. Но пока нет там желающих, нет. И ничего не происходит. Зато есть площадка, свободная от застройки. И она имеет 73,5 гектара площадь, и на нее сделан проект планировки. И там предполагается, что будет жить почти 12 тысяч населения, там и поликлиника, и школа, все посчитано. То есть проект планировки есть. Договора КРТ нет. В условиях Волгограда, когда покупательский спрос очень низкий, когда город теряет выезжающих больше, чем приезжающих, плюс к демографической яме, когда просто люди умирают, и если такое количество не возмещается вновь рождаемым, то мы, скорее всего, придем ко времени, когда у нас будет не миллионный город, а гораздо меньше. Но уже есть опыт в Волгограде решения этой проблемы за счет присоединенных территорий, маленькие населенные пункты, тот же город Краснослободск через Волгу, который хочет быть в Волгограде и который имеет хорошую рекреационную функцию, жилье, дачи, которые сейчас можно прописываться. Вот они дадут городу этот миллионный опять статус. Такие разговоры есть, и они ведутся уже несколько лет. Что на самом деле будет, никто не знает. Но если даже последняя встреча губернатора Волгоградской области с президентом, в СМИ было написано: президент пожурил
губернатора за то, что рождаемость в два раза ниже, чем в стране. Эту историю мы будем подробно обсуждать завтра. Это, конечно, не для... Это все из открытых источников. Я ни одной вам сплетни не рассказала, ничего такого нет. Но на самом деле просто делаешь выводы, когда читаешь все это и анализируешь. Все люди, присутствующие, понимают, о чем идет речь. Так вот, у Волгограда история с КРТ очень печальная. Ничего такого, чем похвалиться, нет. И когда я с коллегами общалась в приватной беседе, потому что сейчас, ну, с бывшими коллегами, сейчас разрабатывается новый генеральный план Волгограда, новые правила землепользования, друзья из Омска занимаются этим, спросила, ну, а вы какую информацию даете им для генплана про КРТ? Никакой. Спасибо. Спасибо. Ну что, тогда я приглашу Сергея. Да, спасибо. Друзья, добрый день. Якушев Сергей, Новороссийск. Расскажу две стороны по КРТ, которую знаю сам лично, в которой участвовал. Первая история – это КРТ по правообладателям. По Новороссийску сейчас заключено 4 договора по правообладателям. Ни одного не заключено по инициативе администрации. Есть проблемы. Самый первый договор на территории Краснодарского края был заключен в 2022 году. Я участвовал в нем как технический заказчик по подготовке всей документации. Мы добежали до договора где-то за год и 2 месяца, по-моему. Потом проект планировки, разрешение строительства получено, стройка уже благополучно идет. В чем особенность этого проекта? В нем участвует около 60 участков отдельных, разрозненных, разбросанных по территории города. Это через сложные процессы переговоров с разными собственниками было объединено, объединены усилия, и самостоятельно каждый из этих участков по КРТ они никак не проходили. Поэтому было решено и с городом договорились. Здесь жилье, там, средней этажности, здесь высокая этажность, здесь школа, здесь сад, здесь поликлиника. Во всей там, южной части города разнесли все объекты по доступности, там более-менее все проходило. На одной спорной территории, где изначально планировалось там жилье, сделали пока что сквер, ну, планируется сквер. То есть это такой первый случай в крае, не знаю, как по стране, но такой первый случай объединения нескольких неграничащих территорий. Ну, он вот реализовывается. Краны стоят. Первый этап – это средняя этажность. Стройка идет, школа идет. В контексте Екатеринбурга этот договор был заключен с условием, что город выкупает и школу, и все соцобъекты. Там, по-моему, одна школа на 1800 мест. И 2 сада, тоже там мест по около 200. Но в городе, в принципе, огромный дефицит. Поэтому строят, заложили школу. То есть все строится уже прямо сейчас. И школы, и сады, и первый этап. Город будет выкупать. По другим проектам глубоко не знаю. Все они по правообладателям, и, по-моему, последний договор в этом году заключен. Там уже школа, по-моему, она не выкупается. Вот. Вторая история – это по КРТ по инициативе органов местного самоуправления, как это раньше было.
старая история ДРЗТ, территории были давно уже определены. Это старая застройка города, послевоенное строительство, двухэтажные дома, как правило, деревянные перекрытия, ну, они уже объективно ветхие, а кое-где аварийные. Расселять надо, но у города есть серьезное ограничение по рельефу. Где-то территория, где-то рельеф, зоны, затопления, речки, ручьи, балки. То есть все эти территории со старой застройкой, они маленькие. 1,5 гектара, 3 гектара где-то, 4 гектара, может быть, это одна из самых таких крупных. Они так по городу разбросаны, их так штук 20 примерно. И сама по себе территория, ну, никому не интересна, как застройщику, потому что да даже город даже не знает, как там разместить соцобъекты или где-то рядом в доступности, потому что дефицит везде. Просто там колоссальный дефицит по соцобъектам везде. Поэтому идут обсуждения, какие-то совещания, собираются, что-то предлагается, с краевыми нашими коллегами тоже идет обсуждение, но вопрос не двигается никак, никуда. Вот по старым объектам. Плюс еще ограничения по этажности серьезные. Это 500-метровая зона Черного моря. Там максимальная высота 5-6 этажей. Застройщикам тоже это не особо интересно. Уже по сетям. Уже большой дефицит по сетям в городе. Вот по первому КРТ, по первому договору сети все за счет покупателей квартир. Он говорит, за счет поделенной прибыли и между покупателями. Да. Вижу, что часть сетей делается именно там городскими службами, не знаю, на каких условиях, но там что-то делается именно городскими службами. Большие там водопроводы, идет реконструкция очистных, но она идет так, в целом комплексно. Вот. В городе не хватает воды, ну, процесс идет. Еще один вопрос можно подсветить, это отношение жителей, граждан к застройке, к любой, и по КРТ в частности. У нас жители в принципе против, один из наших коллег когда-то писал какую-то статью, в которой был термин такой, да, не строить нигде, ничего, никогда, ни рядом, ни с чем. И вот это в полной мере отражает настроение, по крайней мере, на российском. Ну и Краснодар, вот, и, да, многих других городов. Несмотря на открытую информацию по КРТ, несмотря на какие-то разъяснения, пояснения администрации, что вот это вот так вот, соцобъекты, жители в целом против. Ну и они, конечно, против, что это выкупается. Соцобъекты выкупаются за счет бюджета. И то, что сетей инженерных не хватает, это тоже мне нравится. Они думают, что это все равно за счет бюджета делается. Вот. В целом отношение не очень хорошее. Люди на публичных слушаниях всегда приходят, высказываются против. Даже по градостроительным параметрам проекты достаточно неплохие, они везде проходят все. Но само отношение к любой стройке, рядом с чем бы то ни было, особенно с их домами, это негативное отношение. В целом все, могу что-то ответить на вопросы. А учитывая? Прошу, 60 участков. Ну, звучит, конечно, много, но часть участков там по 10 соток, например, было нарезано какое-то под ИЖС когда-то, потом они 10 штук. Там уже смежные, да, было? Они были смежные, они как массив включены, но общее количество участков, ну, такое. А массив принадлежит одному правообладателю? Около 5 правообладателей разных, но они объединились, именно заключили соглашение. Соглашение правообладателей, да, соглашение правообладателей. Создали новое юрлицо? Они под старым юрлицом, они уже раньше реализовывали один проект, один дом. Есть история, есть
банковское финансирование, есть подтверждение там было. Они, то есть они под старой, они группой создали вот это соглашение, забрали эту землю в аренду с правом дальнейшего выкупа, вот такой вот сложный договор. Ну, он... В рамках этого КРТ, тут просто вопрос, мы уже года два или три с разными коллегами обсуждаем, какая же, в чем же выгода вести вот такой вот КРТ по инициативе правообладателей. Вы привели очень интересный пример, с которым раньше я не сталкивался. Да, это консолидировать разрозненные участки. Но там одна из самых больших выгод была, состояла в том, что можно попросить себе для комплексной реализации не разграничку. Тут не делалось этого, не пытались соседние ничьи территории себе немножко... Ну, там же под, не разграничку, можно только под сети, под соцобъекты. Под, так, ну так да, и было, под соцобъекты. Где, где-то бы. Контуры территории были выровнены для сетей. Да, это было это сделано в проекте планировки, они там, так и обозначены. Вопрос опять меня. Насколько учитывается мнение жителей, как вы достигаете, как вообще достигается консенсус в этом случае? Вы сказали, что всем все против. Как в консенсус, когда вот был диалог с жителями, или вот все, нет, строим... Мы забыли про микрофон, я буду просто микрофон, тогда говорить вопрос. Да, вопрос про то, как достигая, как в рамках этого проекта работали с жителями, как с ними вели переговоры, как удалось их в чем-то убедить, чтобы они не ломали вашу технику и не сжигали ваши заборы. Застройщик с жителями переговоров уже давно не ведет, не было необходимости, ну и нету остроты проблемы. Есть тихие недовольства, чаще всего с дивана, в соцсетях. А если это происходит на публичных слушаниях каких-то, то действует принцип, что если бы предложения на публичных слушаниях носили бы обязательный характер, это бы называлось референдумом уже, а так как это рекомендательный характер, то администрация так и поступает, что-то какие-то учитывает, то, что, скажем так, реально можно подправить. Наверное, где-то проектировщики и заказчики закладывают какие-то вещи, которыми можно поторговаться. Вот. Как-то вот это вот волнение регулирует администрация и в целом утверждается. Проекты утверждаются, реализация продолжается, разрешение выдаются. Спасибо. А еще в контексте Екатеринбурга у меня был вопрос. Вы реализовываете проекты КРТ, маленькие территории. У вас нет дефицита по соцобъектам? То есть как вы... У нас в принципе запрещено на территории края любая застройка необеспеченная. То есть нельзя поставить просто там один дом и в радиусе доступности обеспечить там садами, школами, как минимум, там, инженерку, молчи. Вот как у вас это решение принимается? Микрофон. Спасибо. Ставит документацию на планировке территории, естественно, рассматривается территория и обеспеченность ее всеми видами социальной инфраструктуры. То есть и школами в том числе, просто есть школы рядом, которые не являются дефицитными сами по себе и спокойно покрывают потребности этих объектов, поскольку прирост от них, он значительно небольшой, где там, ну, условно говоря, 5-10 классов, которые они добавляют, они еще есть в резерве по школе. Но по объектам, которые более крупные, там история еще более растает. То есть более крупные объекты, они вообще планируются на районы и на город. И, соответственно, потребность в них у этого населения значительно большая, среди с тем объемом, который есть. На самом деле, сложившаяся инфраструктура, особенно в тех районах, где мы развиваем, это районы ранее застройки там, советского периода, где размещалась, ну, по текущим уже, да, критериям сверхнормативной инфраструктуры, ее хватает. Единственный вопрос возникает в сохранности этой инфраструктуры, то есть где-то требуется капитальный ремонт, где-то требуется замена оборудования, где-то еще что-то. В рамках этого возможно организация взаимодействия по весь уже там инвестировали в как ремонт этих объектов. То есть такие вещи должны быть. Все понятно. Нет, не будет.
если в Новороссийске снести несколько тысяч квадратных метров, то дефицит чуть-чуть только уменьшится вот изначально. То есть нам нельзя не строить ни одного дома вообще нового, нет профицита. Поэтому вопрос у меня такой удивительный был. Спасибо. 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 Так, сейчас я вас спрошу, Алексей, расскажите нам про Калининград, да? Спасибо. О, здравствуйте еще раз. Преображенский Алексей, Калининград. Занимались КРТ очень плотно, когда норму ввели, именно в части возможности и невозможности. Ну, ключевой Александр сказал, экономически не будет. В принципе, на этом можно было бы выступление закончить. Но есть еще несколько, как говорится, нюансов. Почему экономически невыгодно? Очень маленькие территории. От полгектара до полутора гектара. 2-3 дома аварийных. Или один ветхий, там, 2 аварийных, или наоборот. Застройщики, кого мы не привлекали, считали, говорят, ну, совсем невыгодно там ничего делать. Почему? Потому что людей там проживает достаточно, а построить там, даже с учетом повышения этажности, ну, они не видят какого-то дохода, который бы оправдал все вопросы, связанные с КРТ. Плюс нюансом идет то, что инструмент новый, и любое действие, связанное, когда администрация что-то выносит на торги с землей, с переселением, оно привлекает пристальное внимание правоохранительных органов. На данный момент у администрации есть РЗТ, КРТ, которые еще не закрыты, и до сих пор есть по ним вопросы, кто переселял, как переселяли. А люди ли получили то, что хотели, а не обманули их? И это тоже накладывает свой, ну, такой отпечаток, да, что мы должны понимать, что если мы, как Калининград, начинаем это дело, мы должны иметь очень четкие и обоснования, что действительно это важно и нужно. Пытались, вот я услышал, Сергей говорил, как объединили несколько территорий в одно КРТ, мы пытались так сделать, потому что застройщик говорит, я вот здесь вот не вижу своей выгоды абсолютно, но если вы мне добавите вот там свободную территорию, там я реализую, этих переселю и здесь потом как бы сделаю. К сожалению, то, что мы посмотрели по норме закона, так напрямую у нас не получается сделать. Может быть, мы читаем неправильно, такое допускаем. Вот, потому что вроде как и правовики наши смотрели, говорят, можно, но вот как-то не совсем четко это указано, что так можно или нельзя. Из-за этого начинается много вопросов. А то, что трактует чиновник, да, прокуратура может трактовать по-другому. Тоже не хотелось бы понимать, ну, расхождение в этой части. Кроме того, есть специфика. У нас аварийные дома – это не дома советской постройки. Это дома немецкие. То есть у них идет год постройки до 1945 года. И, допустим, они могут быть обеспечены и водой, и канализацией, может быть, не в том объеме, в котором хотелось бы. И применить термин, что они являются ветхими в связи с тем, что это массовое строительство, как бы невозможно, потому что это не советское строительство массовое. Это тоже нюанс, он, ну, не всегда, но иногда тоже выигрывает. Тем не менее, в правилах землевой застройки есть у нас 3 территории, одна нежилая, 2 жилой. Территории достаточно неплохие, которые жилой застройки, прям отражены, что карты жилой застройки. Но в результате вот всей этой работы, которую мы проводили, пришли к мнению, что проще признать дома аварийными, расселить эти участки, просто продать. И все. Это самый простой, всем понятный путь, без дополнительных вопросов, без дополнительных сложностей. И, наверное, действительно, вот то, что я услышал от Екатеринбурга, это, ну, наверное, что-то такое, что может послужить, наверное, каким-то ориентиром, как люди делают, как у них получается. Ну и, конечно, раз застройщики говорят, что невыгодно, это понятно, что, потому что нет такого ажиотажного спроса на жилье. Как только земельный участок, который в КРТ, они находятся действительно в неплохой территории, она обеспечена и социалкой, и есть места отдыха, и транспортная доступность очень хорошая. Но вот слишком маленькие территории и большая социальная нагрузка, связанная с переселением людей. Наверное, все. Сейчас я гляну. Ну, понятно, визуализация, да, вот я увидел то, что мы обсуждали как возможность у Екатеринбурга застройка одного типа и стоит что-то другого. Хорошо это, плохо,
Не знаю, но это точно будет предметом обсуждения общественности 100%. И моментов будет действительно много. Плюс у нас есть по предыдущим договорам, люди судятся очень долго, выбиваете лучшие условия. Естественно, это накладывает обязательства на застройщика, и вот застройщик у нас там по одному из РЗТ до сих пор не может, ну, только недавно начал приступать, потому что он больше 2 лет судился, ему пришлось по суду несколько раз подливать условия договора, потому что по-другому никак нельзя было сделать. Да, он наконец договорился, все, но все это, конечно, очень сильно влияет на этот инструмент и желание застройщиков связываться. Им проще действительно с кем-то договориться, выкупить все, и там без всяких КРТ, без администрации, без обременений просто снести и построить. В принципе, все. Вопросы, если есть. Спасибо большое. Очень коротко, да, если есть вопросы, можно задать. Вот, пожалуйста, один вопрос. И пойдем дальше. У меня такой вопрос. У нас в Ленцовке нету парка. Зато строится уже, 15 лет, район огромнейший, без парка. А в Москве есть район ЗИЛ. И он строится, начиная с парка. Сначала построили парк Тюфелева роща, сделали там станцию МЦК, а потом строят район. Вопрос, как заставить по КРТ или каким-то образом застройщика сначала сделать парк, а потом он дороже сам продаст свои квартиры, если он сразу сделает то, что надо людям, чтобы дороже продать, а не наоборот, как в Ростове. Вот у меня такой вопрос. Как заставить застройщика сначала сделать, а потом, ну, чтобы не обещать? Вопрос не по окладу, да, но по тому, как я бы подходил к решению этого вопроса, это, наверное, где-то прописывалось в документах, чтобы изначально, выходя на аукцион, тот, кто хочет приобрести право КРТ, он бы видел, какие есть обязательства. Как это сделать, не знаю, это, наверное, стоит Екатерина будет спросить, у них большой опыт, как они составляют договора и готовят. Вот в таком ключе, да, я как человек, который работает с юридическими документами, бы расценивал это, что вот первая стадия, вторая, третья, да, что сначала вот это, потом все остальное. Как это у нас на деле реализовывалось, к сожалению, вопрос такой. Ну, здесь я могу немножко добавить про историю, она все-таки немножко к следующей сессии, но с другой стороны, действительно, к застройщикам. С одной стороны, в Ленинграде очень хорошая система парков, много хороших парков, но не везде. Есть несколько районов, в частности, восточный наш, грустный, да, где сложилась очень грустная ситуация, человек такой. Это нетипично для Ленинграда, но есть. Но с точки зрения среднероссийской, конечно, проблема озеленения в Калининграде, ну, менее острая. А с другой стороны, эта проблема, когда мы обсуждали в Калининграде вопрос формирования зеленого каркаса, как раз встала вот эта проблема, о которой говорила Лена, да, как непрерывный зеленый каркас реализовать на территории прилежащей застройки. Тут речь, вопрос идет, что когда вы разыгрываете КРТ на территории неразгранички, да, или по инициативе муниципалитета, на своей территории продаете, да, вы можете поставить условия. Прописать договор. А когда уже принадлежит застройщику территория, то вы фактически застройщику ничего не можете навязать. И здесь ничего, кроме, скажем так, взаимодействия с застройщиком, да, Москва может себе позволить. Взаимодействие с застройщиком с позиции силы. Потому что в Москве, опять же, маржа застройщика и прибыль, она огромная. Он на этом парке, то есть он даже выделив 30% своей территории под парк, он все равно заработал больше, чем застройщик в Ростове-на-Дону, потому что цена продажная больше. Да? Здесь, к сожалению, единственный способ – это брать за шкирку хороших, правильных застройщиков, которых в России пока не больше десятка, возить вот так вот по стране и говорить, смотрите, ребята, как делают. Да? Потом я вам расскажу, уже чтобы не отнимать время, как замечательный Светлогорский застройщик закопал речку, проходящую по своему участку, да, и фактически выкинул, да, снизил 20-30 тысяч, можно было во дворе оставить речку. Но он ее закопал. И вот эта вот история о том, что кажется, что он может продать дороже, не воспринимается застройщиками сегодня. Опять, можно закопать бумагами все не сейчас. Давайте, в частном случае я вам расскажу.
А можно еще вопрос? Да. А я так понимаю, вот Калининград прибывающий город? Или нет? Нет. Или вы за счет присоединения прибывали, прибывающий? Калининград за счет понаевших растет очень много. Точно, да, то есть он в плюсе? То есть он прибывает, да? Да, растет, ожидаем, что, ну, если, наверное, не в этом, то, может, в следующем мы до полмиллиона дойдем, да? Сейчас у нас официально меньше полмиллиона населения, вот, но она вот уже вот так приближается, и, ну, мы ждем, когда это случится, потому что очень много надо будет потом менять. Нет, растет стабильно в пределах 1% в год. Довольно стабильно. Ну, потому что мне показалось, что там, где КРТ не получается, он не получается нигде, кроме как... В Екатеринбурге, который плюсует там бешеные цифры, да, а у всех мне показалось, что у всех остальных минусует, и это является корневой проблемой, что КРТ не работает, потому что людей нет, собственно, некого переселять. Нет, то, что мы столкнулись, нет такой нет потребности в этом инструменте. Тут еще есть условия, я потом скажу, есть некоторые условия, да, которые говорят о выгодности или невыгодности КРТ для застройщика. Да? Когда у застройщика, например, набрал земельный банк себе на 10 лет вперед, да? Зачем ему ввязываться в эти эксперименты? У него все есть. Ну, то есть маржа должна быть такая, что перекрывает эти... Опять, когда застройщик, когда есть хороший вторичный рынок земли, практически бесплатный, да, в городе работает, то застройщику легче договориться купить и не связываться с этим новым инструментом, который действительно не очень пока понятно, как сработает. Вот, да, потому что ты действительно влезаешь в непонятную тебе финансовую схему. Ну, не пройденную, скажем так, да. То есть там есть важно, какой застройщик. При КРТ, например, гораздо интереснее внешнему застройщику, чем своему. В Калининграде внешних застройщиков нет, да. Почему? Потому что ты можешь на торги прийти, честно купить, и все понятно, как ты заходишь в чужой город. А своим не очень нужно. У своих как бы и так все сейчас есть. То есть есть дополнительные условия, которые влияют на интерес, на взаимодействие застройщика и КРТ. Я просто всех спрашивал, как бы, чем выгоден КРТ для застройщика. Да? Я потом скажу, а теперь мы вот как раз разговаривали, чем выгоден КРТ для застройщика. Перейдем к застройщику. Игорь Ильич, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Я смотрю на слово, аббревиатура КРТ превращается уже в новое слово из трех букв, такое сакральное. А это просто инструмент. Просто механизм, инструмент, который может работать для нашей городской цели. Ну, сначала хочу передать привет. Первый привет Екатеринбургу, потому что я начал свою строительную карьеру, будучи таким рафинированным инженером-конструктором летательных аппаратов, пошел на стройку, потому что пошел строить себе квартиры в МЖК. Инициативу МЖК придумали в Свердловске. Саша Небесная, Женя Королев был великий человек в этом отношении. И в Йобурге это все придумали. Это было здорово. Ну и привет Волгограду, потому что, друзья мои, я последние 15 лет занимался рынком европейской части России, смотрел внимательно, как девелопер, ну не последние, 10 предыдущих. И могу сказать, Поволжье вообще не летало, никогда, сейчас полетело, только вот сейчас, когда цены рванулись, сейчас льготная ипотека. Волгоград не летал никогда и сейчас не полетел. Это просто рынок, ничего плохого здесь нет, чиновники не виноваты, никогда. Это рынок. Его там нет, никогда не было, все. Ну это привет. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Почему в Левенцовке нет парка? Я, как Левенцов, построил 1 000 000 квадратных метров свой, в том числе и Левенцовку. Вот выйдите, я сказал, я построил Левенцовку. Еще выйдет сейчас 1000 человек и скажет, я построил. Это правда. Каждый из нас построил Левенцовку. Но просто я тогда начал заниматься, и когда там еще было поле пшеницы, не кукурузная, а пшеница. И я скажу вам, почему там нет парка. Проекты планировки, которые мы делали для Левенцовки. А до нас еще делали замечательные люди, которых тоже сейчас нет. Прошло гражданпроект, я ПМ-2, делала проект застройки этого жилого района Левенцовский со всеми микрорайонами, он был сделан еще в 1992 году. И там был парк, это были микрорайоны, там был парк. И про эти планировки, которые я делал, там был парк. И сейчас он там есть. Но там не было КРТ. Там был КОТ, комплекс своей территории. Где функция города состояла только в том, чтобы выставить некие условия на аукцион и получить максимальную стоимость за этот земельный участок. Все.
там не было договора. То есть, что такое КРТ? Это штука, которая позволяет решить некие имущественные вопросы. То есть, когда человек говорит, у меня двухкомнатная квартира, до сих пор так было. Почему у нас РЗТ не один? Было два хороших проекта, РЗТ, Лиза Полянский присутствует где-то, он, по-моему, тоже их разрабатывал, когда в городе работал. Два замечательных проекта РЗТ, ни один не полетел, потому что все представляли себе, что они уйдут в суды не на год, а навсегда, и ничего не получится. КРТ позволяет это обойти. То есть у человека, раньше, когда было КРЗТ, у человека квартира двухкомнатная в старом доме на втором этаже с деревянными перекрытиями. Он говорит, у меня тут прописано 6 семей. Они там не живут, но они там прописаны. Я хочу 8 квартир. Почему? А почему ж не 6? Я так хочу. И на этом все заканчивалось. У меня в практике была история, я построил всего 2 дома на сносимых территориях. И больше сказать, это мало, когда я был молод, мне было все равно, все эти нервы и все остальное. После чего я сказал, больше никогда. А вот, оцелил порядка 78 квартир. Ну вот, была такая история, коллега мой оцелил 22 квартиру, ну и 21 квартиру выкупил. Последняя квартира по наследству была у какого-то московского чувака. Чувак сказал, да, там 20 метров, 220 на Кутузовском, и я вам ее отдаю. Меня. И там проект закрылся. КРТ позволяет этого не делать. У тебя двухкомнатная квартира. Рыночная стоимость вот такой. И если этот объект включен в КРТ, границы КРТ, у тебя есть просто выкуп по существующей рыночной стоимости. Ты можешь посудиться о рыночной стоимости. Но тебе не дадут 6 квартир. Тебе дадут то, что у тебя есть. Все. Поэтому это просто механизм решения некоторых прав собственности для улучшения градостроительной ситуации в городе. Следующий момент. ИЖС. Я вот категорический противник втягивания ИЖС в рамки КРТ. Это было бы преступлением перед тем, что сделали для нас наши предки. Я говорю про город Ростов. И когда я, как главный архитектор области, занимался разработкой всей нормативной базы по КРТ у нас в области, я сделал все, чтобы ИЖС попала туда, в КРТ, только в исключительных случаях, которые у нас тоже есть. Например, улица Красная Зорь какая-нибудь, там, или еще вот в этом Крыле, там можно делать КРТ, где у нас там 70% в квартале аварийного жилья, на углу стоит АКН, который трогать нельзя, и 2 вросших в землю старых ИЖС. Вот тогда это все можно накрыть в КРТ с этими двумя домиками. Но брать 300-200 домов, которые расположены, мы тут все... Директор, друзья, вы знаете все тенденции, да, вот эти волнообразные движения города, там. Его специально создают, люди строят, там, развивают города, они создают, когда там высотка меняется на малоэтажку, потом опять и так далее. У нас это все есть, данным Богом дано развитие города Ростова волнообразное. Вы выезжаете из центра, попадаете в ИЖС, ну, в район стачки, там, портовой и так далее, да, у вас взгляд отдыхает, у вас горизонт появляется, потом попадаете на западный, потом опять у вас поле, и то же самое по Нагибино, да, вы едете, попадаете. Одну вещь, потом у нас там ИЖС, потом после него Северный. То есть эти вещи нам не надо создавать, они у нас есть. Кто поднимет руку? Второе, эти гектары, это бесплатное озеленение города. Каждый в своем доме ИЖС выращивает свою вишенку, выращивает свой тюльпанчик, город за это не платит ни копейки. И это зелень, как можно это посягать? Что? Ни в коем случае не положится. Теперь о нашем проекте. Я сейчас работаю в районном корпорации развития, занимаюсь вопросом реализации проекта КРТ на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, так называемый бренд «Новый Ростов». Это крупнейший проект на сегодня в России. Тут просто по арифметике крупнейший. Это 367 гектаров земельный участок. И мы на нем реализуем наш проект. Если кто-то скажет, ну что там у нас за проект? Чистое поле, аэродром же, чистое поле. Нет, друзья мои, там все серьезно. Мы стартовали право, точнее, как обязанности управляющей компании по этому проекту, корпорация получила в августе 22 года. То есть, заметьте, кто строит, тот понимать должен, что, да, чтобы это все сделать. Подготовка проекта шла примерно полгода. То есть мы в 2021 году сделали всю нормативную базу, в сентябре мы ее закончили формировать. Там 5 законов, 6 законов, 8 постановлений. То есть сформировали полностью нормативную базу и подготовили этот проект к реализации. Поручились, если начали, что проект большой, не стали его выставлять некие аукционы, потому что частникам не под силу что-то сделать. Поэтому региональная корпорация, 100% дочка правительства, администрация Ростовской области,
И задача у нас там была и остается. И вот сейчас я могу сказать, что вот август 22-го это мы получили такую задачу. Вот в августе этого года будет вводиться первые 100 тысяч квадратных метров, чтобы было понятно. Кто столько занимается, должен понимать, с какой бешеной скоростью мы прошли всю эту историю. И с постановлениями, касательно десяткам, которые там по закону нужно каждое сделать, и с проектом планировки, и со всеми этими вещами. И строить начали, и строить. И все это будет строить. И сейчас впереди строительство порядка 200 тысяч квадратных метров, первая сотка ведется вот в августе. А важно было сделать еще вот такую вещь. Обеспечить, не дать создать здесь очередной жилой район типа Левенцов, который мне очень нравится, чем сам сказал. Хорошо получается. Но не все потому, что не было вопроса о конечном виде территории. Не было инструмента этого. Я все серьезно говорю. Там этого инструмента просто не было. Ни один застройщик. Я пришел на аукцион. Заплатил за земельный участок, ну по тем временам, 10 миллионов долларов. И мне сказали, ну ты еще теперь пак. Не, ребята, написали пак в аукционе. Наверное, я заплатил за него 5 миллионов долларов, а еще сделал такая история. Поэтому, а здесь есть эти все вещи. Поэтому у нас сейчас предусмотрено, значит, как вы хотели, начали с парка. Все для вас. Значит, обеспечить функционал новой этой территории. Не просто жилой район, а новый центр Ростова. Потому что с появлением аэропорта Платов у нас особую роль приобрел вот такой восточный луч развития нашей территории, нашего города. На восток, северо-восток, такой восточный луч. Здесь формируется новый центр. Центр, я бы сказал, ростовской агломерации. Ростов такой честный миллионник, сам по себе миллионник, без присоединенных частей. Но мы понимаем, что не присоединяя никому там город Аксай, прочие районы, граница у нас теперь Ростова неформальная, она вот там, в аэропорту Платов, и по восточному обходу Аксая. То есть все это работает. Поэтому задача была сделать некий новый центр для ростовской агломерации. Для чего мы там что сделали? А можно какой-нибудь другой слайд? Или он один у нас там? Потому что это с телефона сейчас можно, не знаю, что тут будет слайд. Не один, да? Нет, ну ладно. А, вот он, есть. Смотрите, мы такой пытаемся шаг сделать, такой мини-Бразилия или мини-Астана. Вот это здание правительства Ростовской области. Сюда переедет правительство Ростовской области. Пошпитский полностью, здесь остаться функции губернаторские, знак собрания и так далее. Вся исполнительная сюда переедет. Рядом с... это вот когда человек говорит, ой, нам ездить далеко. Откуда? С Садовой далеко. А люди, которые едут за 400 километров из Вешенска, ему как? Ему здесь удобно. Он в городе не таскается вокруг, он заехал, встал и приехал сюда и работает с правительством. Рядом, естественно, деловой квартал, рядом там молодежный центр, полиция, еще что-то такое, и дворец спорта, конечно. Это далеко не все, что здесь предусмотрено. Любой девелопер, присутствующий здесь, человек, имеющий отношение к расчету городской, скажет, 367 гектаров, 4 миллиона метров, вот так, на раз просто. Причем ничего не нарушая, никому не мешая, на радость всем критикам, все хорошо. Сейчас, извините. Вот, плотность низкая, у нас здесь всего 1,5 жилья и еще примерно 1,2 миллиона иных объектов. Это правительство, деловой квартал, вот здесь не видно просто, это бульвар, сейчас объясню про него. Здесь квартал искусств, в котором размещается областная детская библиотека, по ней уже начали проектные работы. Детская школа искусств, филармония, часть парка, большой блок медицины, новый консультационный центр, там несколько реабилитационных центров, две вообще поликлиники специфических там с разными услугами, то есть большой медицинский кластер, образовательный кластер, в том числе мы держим территорию для одного из кампусов, сейчас посмотрим, как это все будет работать. То есть создать именно такую штуку, в которой будет все. И второй блок, понимаю, что время уже немножко затянули. Вторая задача, которая была поставлена, не нарисовать красиво. Вот в Ленцовке, повторяю, было нарисовано все классно. Там и парк, и дороги, и бульвар, там все есть. Только сделать. Парк. Здесь делать одновременно, делать комплексно. Начали строить жилые дома. Через полгода после начала строительства жилых домов начали строить детский сад. И сейчас корпус детского сада уже готов. Первое. Проектируется еще два. Начато строительство школы. Она уже строится и будет введена в следующем году.
То есть, если в этом году вводим жилье, понятно, ремонты там, то все, к лету потребуется уже школьные места какие-то вроде, и они будут там. И еще одна школа проектирования, еще два детских сада проектирования, скоро будут начать строительство. Проектируются три дороги. Кто знает территорию аэропорта старого, понимаете, вот Вересаева идет улица, она пойдет по территории, никого сносить не будет, там большой частный сектор, по территории аэропорта пройдет, назвали ее теперь уже улица Байкова, это наш знаменитый мэр 19 века, а пойдет с выходом на Шолохова и дублер Шолохова такой будет создаваться, она уже проектируется. Проектируется развитие улицы Бергеровская, она сейчас довольно узкая, там четырехполосная, будет она хорошая, нормальная улица, тоже проектируется. И связь между ними с выходом на Шолохова, бульвар Авиатора. Тоже уже проектируем. То есть все три дороги, которые обеспечат нам первый миллион метров квадратных, то есть появится любых объектов, они уже проектируются, и как только пройдут экспертизу, будет вопрос о финансировании их строительства. Сложная задача управления всем этим процессом, потому что разные источники финансирования. И бюджетные, и небюджетные, и общественные, и все остальное. То есть эти вещи должны быть. Дальше. Парк. Проектируется уже парк. Вот опять верните слайд, пожалуйста. Вот это парк. 10 гектаров. Он уже проектирован. Уверяю, вам понравится. Мы его выставим на публичное обсуждение. Вам понравится. Кстати, заранее хочу сказать. А я готов вот через господин Трухачева принять ваше предложение о его названии. Мы не определились его названием еще. Там есть варианты, но хотелось бы получить предложение. От вас, коллеги, если будут какие-то идеи, учитывая память места, может быть, еще что-то, может, современное состояние дел. Там много всяких активностей, всяких интересных чинов, в том-то парк. Дальше. Мы взлетную полосу, которая у нас 2,5 километра, но к ней примыкают еще части, которые не под бетоном, тоже превращаем в такой линейный парк. Там будет единое пространство, озелененное, пересекаемое тремя бульварами небольшими, это прям реально бульвары. И этот бульвар тоже будет проходить, и это тоже в формате именно линейного парка. Поэтому, когда говорят, ну у вас там чистое поле, друзья мои, мы прошли все этапы КРТ. Надо было, там было, были десятки собственников, потому что в рамках приватизации появились удивительные вещи. Это все было выкуплено ко всеобщему удовлетворению. Если, ну что там, нам сосед нечего, там все хорошо, объясняю. 25 гектаров бетонных покрытий. 25 гектаров. Как выглядит бетонное, как выглядит это покрытие? 250 мм асфальтобетонная смесь особой плотности. 200 мм аж синего цвета армированный железобетон. 230 мм паги. Это аэродромные плиты. Это аэродромная, тоже такая, зубилом не возьмешь. Ну и под ним еще 70 сантиметров цементно-песчаной смеси, которая за 70 лет уже тоже стала. Вот. Поэтому есть что сносить, есть чем заниматься. И повторю, мы сделали все, чтобы все шло параллельно, чтобы все шло комплексно. Это вот самое трудное, запустить из разных источников финансирования, запустить все процессы, чтобы все шло одновременно. Пока у нас получается. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Поскольку у нас совсем мало времени, я предлагаю все-таки один вопрос, если есть. Вот один вопрос есть. Добрый день. Да, вы знаете, вот интересно, конечно. Ну, именно как вопрос. Да? Как вопрос, хорошо, да. Вот такой вопрос. Все-таки все время хочется итоги подводить, да, как-то систематизируется вся информация. Смотрите, мы, я тоже, как Игорь Львович, строил Левенцовку, тоже свой миллион квадратных метров. У каждого свой, ну я под его руку, неважно, это как каминг-аут. Кто строил лицо? Подняли руки, все, дальше мы вас заслушиваем. Значит, ну смысл в чем? Вот мне что интересно, да, тоже что-то мне нравится, что-то не нравится, где-то есть. По большому счету, я вот когда пришел работать в тот самый Ростов-Грижан-проект, у нас отрасль лежала, да, Левенцовка это был такой первый проект комплексной реализации. Реализовывался он таким образом, что мы построим дома, и это уже будет благо. И поначалу, да, как бы инфраструктура очень сильно отставала. Школы, садики очень сильно отставали, за парки мы говорить не будем. Потом, значит, жизнь чуть-чуть развернулась. Уже, мне кажется, это на примерах других объектов, тоже, которые нам не очень нравятся, как Красная Окса, или ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но смысл в том, что там школы, садики, вот сперва школы, садики, или одновременно с домами, а потом дома, да?
Сейчас есть вот появился такой инструмент КРТ. Очевидно, я, честно говоря, вот тоже не воспринимаю его применительно частной застройки, там и какой-то маленькой школе художественной, которую проще выкупить и застроить. Мне кажется, что КРТ это вот как раз предмет, инструмент реализации таких масштабных объектов, где как раз вот в каком-то симбиозе застройщик, там, власть, они вместе решают городские вопросы комплексной реализации. Прекрасно. Наверное, ну как бы это хороший пример. У меня просто вот, наверное, вопрос, я не знаю, может быть, в общем поделиться этим вопросом. Вот скажите, пожалуйста, следующая наша стадия очевидна, ну как мне представляется, может быть я ошибаюсь, может кто-то меня поддержит, может я вообще неправильно представляю. Это, наверное, для таких проектов разработка каких-то, проведение каких-то конкурсных мероприятий. Ну потому что, как Игорь Львович сказал, что Астана, Бразилия, это все хорошие вещи, да, ну есть еще там, не знаю, Потсдамер-плац, еще что-то. То есть, Игорь Львович, вопрос нашего этапного развития отраслевого. И вообще, нужно ли это ли нам? Придем ли мы, в состоянии ли мы, как общество, как бы к этому прийти? Это вопрос от реализации таких крупных средовых городских объектов с широким рассмотрением каких-то возможностей. То есть мы сейчас, грубо говоря, учимся просто реализовывать все вместе. Школы, потом парки. Мы дойдем до этого, на ваш взгляд, когда будет, как, ну, наверное, какой-то конкурс, и город будет хотеть получить что-то, ну, что-то такое. Спасибо. Хороший, на самом деле, вопрос. Обычно американские профессора так говорят, я не знаю, что отвечать. Да, it's a very good question. Yes. Да, но я знаю, что ответить. Смотрите, КРТ дает нам эту возможность. Я опять не про сакральность. Вот тут приводился пример, как работает Дом РФ. Вот в Ростове тоже один проект реализуется от Дома РФ. Подход очень жесткий. Вот когда приходят люди на КРТ Дома РФ, там все очень просто. Там институт генплана Москвы, господин Собянин сначала готовит презентацию. То есть мастер-план, там все остальное. Там, да? Это в Москве когда делается. А когда Дом РФ делает, они готовы на то же самое. Что видите, собянинские бумаги, они классно сделаны. Но Дом РФ тоже хорошо. У нас сейчас в Александровке на 11 из пресловутых гектаров на бывшем антенном поле реализуется такой проект имени Дома РФ. Я видел условия. Они дали генплан, мастер-план. Они дали архитектурно-инженерный комплекс зданий, этажность, все полностью дали. Они дали объекты социальной инфраструктуры, иную инфраструктуру. Они дали эскиз благоустройства. Они все это дали и сказали, мы хотим, чтобы было так. Пришел застройщик, выиграл торги, и сейчас можете поехать посмотреть. Он строит вот ровно, берешь картинку Дома РФ, и он по ней строит. Он не может отступить ни на шаг, потому что получит такие страшные санкции, что мало не понятно. То есть, что такое опять КРТ? Это самое главное, я сказал, кстати. Что такое КРТ? КРТ это когда город в лице своих, не знаю, депутатов, мэров и так далее. Но это они должны отражать как бы мнение города. Говорят, брат, вот у тебя есть земельный участок, ты его собственник, я не возражаю. Но город считает, что здесь должен быть не твой гадюшный ресторан там какой-то. А здесь должна быть красивая застройка вот с этим и с этим. Посмотри, как мы тебе нарисовали, а мы еще приложили тебе финмодель, которая абсолютно летает. Ты из дна проекта выходишь там через полтора года, в МТВ у тебя вылетает замечательная штука на карман, там зарабатываешь такую кучу денег, все у тебя классно. Бери и делай, как мы тебе сказали. Товарищ говорит, не хочу. Город говорит, замечательно. Это все КРТ позволяет действующее законодательство. Мы у тебя это все по рыночной стоимости выкупаем, выставляем на аукцион и говорим, кто хочет сделать так, как хочет город. Человек выигрывает аукцион, приходит и делает так, как хочет город. Все. А как теперь городу вот это все из себя вытянуть и показать? А для этого в городе работают квалифицированные архитекторы. Есть архитектурное сообщество, есть градостроительное сообщество, есть просто жители, которые знают, чего они хотят. То есть у нас сегодня... Кроме тех, которые ничего не хотят. Я тебе все подпишу. Спасибо большое. Я хотел чем-то заключать, но, наверное, мы действительно на этих словах закончим нашу сессию, потому что вы очень правильно все сказали. Я буквально чуть-чуть скажу к этому, что... Градостроительный кодекс был написан в 2004 году, и он предусматривал то, что он предусматривал приоритет частной инициативы.
Он предусматривал, что город имеет свои обязанности по созданию инфраструктуры, а частник может на своей земле делать, и, собственно, задача градостроительного кодекса была упростить строительную деятельность для частного землевладельца. Последние 20 лет посвящены борьбе реальности с градостроительным кодексом. И фактически сегодня мы подошли вот именно до этой позиции, которая перевернулась, которая говорит о том, что город начинает диктовать свои интересы частнику жестко. Есть очень много дискуссий, насколько... То есть в экономическом плане город, безусловно, должен... А не так. В пространственном плане город, безусловно, должен интересы диктовать. Должен ли город предлагать свою экономическую модель частнику? Это вопрос. Должен ли город предлагать свою эстетическую модель частнику, да, которую нам придумали, так сказать... Ну и которую мы знаем, модель Дома РФ, да, воплощенная в книгах комфортной жилой застройки, да, она примерно в 1,5-2 раза дороже, чем в реализации, чем привыкли сегодняшние девелоперы. Да? Это вопрос, ну и самый главный вопрос. По первой модели мы прекрасно видим, что город не сумел регулировать на самом деле частную инициативу, мы получили то, что получили за эти 20 лет. По второй модели мы прекрасно видим одну вещь, что без очень серьезных дотаций государства в жилищное строительство, которые выражены в субсидировании ставки по ипотеке, в программах стимул, еще в том, что фонд Дом РФ оплачивает все мастер-планы, в том, что, о чем мы сегодня вообще не поговорили, о том, что фонд, я не помню, как он называется, жилищного строительства будет доплачивать чуть ли на 50% уполномоченному застройщику и так далее, и так далее. Вторая модель, помимо диктата города, потребует сильного роста бюджетных вложений. Насколько это все, да, мы прекрасно видим, что есть город Екатеринбург, ну и есть город Москва, которые замечательно идут по этой модели, и мы видим, что есть город Волгоград, о котором вы сказали, буксует и буксовать будет. Для меня это тоже загадка, почему есть вот два таких в России города, Волгоград и Омск, да, которые у нас во всем рейтинге миллионников в конце. Но проблема-то в том, что вот в результате всего этого я пришел к выводу, что у нас есть высшая лига КРТ, которая однозначно находится Новосибирск и Екатеринбург. И я хочу пожелать, чтобы Ростов, может быть, вошел в высшую лигу. Да? Есть у нас первая лига КРТ, в которой находится Омск, да? Как пример, и Новороссийск. Есть у нас вторая лига КРТ, в которой находится и Волгоград, и Калининград, и еще несколько десятков очень больших и хороших городов. И есть несколько сотен городов, которые вообще в эту игру не играют. Речь о том, что это инструмент хороший для решения многих задач, но условий у него очень много, и не по всей стране он полетит. Что, собственно, и подтверждает сегодняшнюю нашу дискуссию. Но это не значит, что от него нужно отказываться и его, как это сказать, пинать ногами и критиковать. Вот Сергей показывает, что все, да? Одну реплику и все. Давай, вот, закроет Сергей заседание и всех отправит на обед. КРТ хороший инструмент, но по разным регионам применяется по-разному, и вот я увидел то, что может не всем очевидно. В Краснодарском крае, по крайней мере по побережью, КРТ – это инструмент не как морковка спереди, возьмите там что-то сделаете, да, получите, а морковка сзади. Нету возможности не строить по КРТ, заложено региональным законодательством. Все, ограничена жилая застройка, за исключением бюджетных денег для переселения, ИЖС и за исключением договоров о КРТ.
Абсолютно. Морковка сзади никак по-другому. Не морковка сзади, а этот кнут сзади, да? Вот. Морковка спереди, кнут сзади. Нету возможности не строить так, вот, как определено. Спасибо. Спасибо большое всем участникам. На этом мы заканчиваем вторую секцию и объявляем перерыв на обед. Обед у нас предполагается за пределами помещения, нужно здесь хорошо все проверить. И мы вас ждем здесь же в 15:00, когда у нас начнется секция по зеленому каркасу. Самая популярная, как оказалось, среди участников. Спасибо.